щиро сподіваємося, що у новому сезоні ваш ранок буде не тільки приємним, а ще й бадьорим. І саме для цього запросили у нашу студію наступного гостя, який представить нову рубрику. Доброго ранку. Доброго утра. Отже, я вам представляю Максим Бревда, віце-президент Федерації Mixed Fight, директор Dan Gym Style. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, що ми представляємо у нашому ефірі? Яку рубрику? Ну, я хочу від вас почути. В нашому ефірі ми хочемо запустити нову рубрику. Название ее «Спорт в місті Н». То есть специально долго думали, как назвать, решили такую как бы привязку больше к городу. Что-то такое, новая современная рубрика, посвященная спорту. То есть мы, идея была уже, как говорится, давно, с зимы. Вот, весну мы все это додумывали, летом уже начали действовать. Передача, которая посвящается спорту, то есть ну, ее отличие в предыдущих всех программах тем, что у нас идет очень много тренеров. И очень много видов тренировок, то есть публике будет интересно, потому что там есть как и фитнес, так и тренажерный зал, микс-файт есть воркаут, то есть много направлений, как для женщин, как для мужчин, как для молодежи. То есть мы надеемся на то, что мы немножко отошли от банальных раньше передач, вот, и мы хотим немножко все сделать, как говорится, более обширно, более, ну, больше видов спорта подключить и больше подключить молодежи, больше подключить горожан к этой передаче. А давайте подивимося, як воно все це буде виглядати у нашому ефірі. Для тих, хто мріє про ідеальне тіло, марить спортом, але не має часу для занять в спортзалі, пропонуємо рубрику «Спорт у місті Н». Ми все зробили за вас. Підіймайтеся з ліжка та разом з досвідченими спортсменами займайтеся фітнесом, танцями, дізнавайтеся про інші види спорту. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці зустрічаємося в ефірі програми «Новий день» рівно о 8:30. І пам'ятай, спорт в місті Н – це твоя можливість подарувати тілу красу та бадьорість. Отак, коротенько, але вже цього вже тижня глядачі зможуть побачити у повному обсязі. А скажіть, будь ласка, хто зможе долучитися до таких телетренувань? На кого розраховані? На діти, молодь, жінки, чоловіки, пенсіонери? На кого розраховані? Смотрите, ми спеціально зробили так, і ми з тренерами це прорабатували, що ми рассчитуємо на весь контингент. Ну, звісно ж, в основному це у нас йдуть молодь, ребята, дівчата і, в принципі, всі люди взрослого возраста, я думаю, им будет интересно посмотреть и элементы фитнеса. И ребята специально готовят материал такой, чтобы было интересно смотреть людям, которые не спортсмены, не профессионалы. То есть, чтобы они могли утром включить телевизор и с самых азов, с самого начала начать смотреть. То есть, специально материал простой, доступный, чтобы можно было не ломать голову, то есть, не для проф. Спортсменам, сказати, доступним русським язиком. І не тільки українським. Подивитися, так? А й просто долучитися до тренувань. Да, там знайти було час 5-6 хвилин можна завжди. Да, ми спеціально робимо такі, стараємося давати, будуть даватися такі упражнення, щоб люди могли хоча б мінімально спробувати це навіть вдома, на вулиці, на турніке, вдома, перед телевізором, в домашніх условиях. Ну, будуть більш складні програми, може бути, потім, попозже. И где уже она там будет подключать зал, спортзал, ну все ребята там или молодежь, кто ходит в спортзал, будут делать это там. Вот. Но изначально самое простое, база, то, что можно сделать дома с помощью домашнего окружения, там, на турнике, на улице и в этом духе. Отже, долучайтеся до тренувань, шановні друзі. Максиме, а скажіть, будь ласка, особисте запитання, яке вже не стосується рубрики, але стосується вашої щоденної роботи. Як спортсмени прокидаються? Чи легко вставати з ліжка і гай-гай на тренування? З чого починається ваш спортивний ранок? Допустим, у мене з утра починається спортивне утро, тому що я стою, я ще не встав з кровати, я роблю спеціальну зарядку для спини, відтяження, витягуюсь. Так, а ну покажіть. Ну, есть такое упражнение, просто лежа, не обязательно даже вставать с кровати, вы просто лежите, полностью на спину легли, расслабились, и вы тянете одну руку, правую, допустим, руку вверх, и левую ногу тянете от себя, получается, просто да, рассказываю, и потом наоборот, делаю где-то 3-4 раза просто для того, чтобы растянуть спину, потому что тоже в связи с большими спортивными нагрузками есть, ну, скажем, проблемы в спине, и тоже приходится заниматься, и также у меня дома стоит сейчас так, футбол значит, на футболе тоже. Прокинувся и уже спортом занимаешься, да? Оце ну, для у меня нет зарядка. Вариантов, надо держать форму, и так сейчас тренировки очень много пропустил.
Вот, і приходиться цим займатися. Ще декілька ось таких простих, але корисних вправ. Ну, дома для спины, это, как говорится, всем будет молодежи полезно. То есть это воздержание, обычная вытяжка. Если есть, допустим, под рукой обычный круглый мяч, футбол, тоже очень хорошо растягивать спину. Можно ложиться прямо спиной на этот мяч. Про пару движений просто идет на растяжку, а потом тянетесь как на мостик. Ну, в чем плюс, то, что мяч это делает плавно, позвоночник принимает вот это вот положение окружности и постепенно, спокойно растягивает. Также, конечно, очень хорошо, если какое-то для спины упражнение, там, доска аминовая, есть просто повисеть. В день хорошо, если нет, можно выйти на улицу и просто повисеть на турнике спокойно, только обязательно с турника не спрыгивать, чтобы не давать компрессию на позвоночник, а просто аккуратно, плавно с него сходить, потому что ноги висят, съехать, потому что ноги висят, потом бам, прыжок, а мы знаем, что во время прыжка, во время всего этого нюанса обратно садится спина. То есть вытяжение спина – это очень важно, это наш стержень. Когда це корисно не тільки спортсменам, а й тим, хто веде і сидячі. Всім, хто ходить на двох ногах, це полезно. Да. Отже, робіть вправи. Що ще можна побажати от зранку? Що ви собі та іншим бажаєте зранку? Ну, бодрості, звісно, бодрості, хорошого настроєння, позитива, займатися спортом, бути здоровими. Будь здоров'я, буде хороше настроєння і все остальне, я думаю. Хочу пожелати всім здоров'я і спортивного настроєння. А от завтра починається новий навчальний рік для школярів. Особливе якісь заняття спортом, якась гімнастика особлива. Слід її робити? Передбачено? Я думаю, що це все залежить від батьків. І от в столь юному віці батьки повинні прививати дітей до спорту. По-любому, це дуже, як говориться, здорова нація, це наше майбутнє. Я считаю, обязательно отдавать всех детей, чтобы они были заняты спортом. Чтобы у них было время и на учебу, и на спорт. Любое. Плавание, акробатика, аэробика, дзюдо, борьба, танцы, что угодно. Чтобы дети были заняты, развивались. Это все зависит от родителей, как они будут прививать маленьким детям это все дело. Я считаю, что это обязательно. То есть, ну, мои дети будут 100% этим заниматься. А ранковую гимнастику треба робити? Ну, молодым, может, еще не надо, но я думаю, что лет с 25, это 20 не помешает никому, чтобы быть и в 40 лет, и в 50 лет молодыми. Дякую вам, Максиме.